Чувак, я знаю, где ты живешь. Лучше беги. Короче говоря, меня выгнали из школы. А перед началом данного ролика, пожалуйста, поставь лайк и подпишись на канал Берт. Это был понедельник. Я прогулял школу, и меня оставили без интернета на целый месяц. Я был очень расстроен. Ну да ладно, кому это надо вообще? Я сел делать всю домашку. Я закончил делать физику. Так, а сколько там время? Мне идти в школу через 3 часа, а я не сделал даже половины. Я разбудил режиссера. Сказал, что по сценарию он отмотал время назад. Чувак, я, конечно, сделаю это, но какого фига ты снимаешь видео в такое раннее утро? Чувак, какое видео? Я уроки не успеваю сделать. Чувак, я, конечно, все понимаю, но это же выдумка. Видео, умысь, заткнись. Ладно, отмотаю твое гребаное время, но потом не буди меня по пустякам. Я посмотрел на время. Было 10 часов вечера. Я доделал домашку и лег спать. Я встал, умылся, поел и пошел в школу. По пути я решил позвонить однокласснику и похвалиться, что я сделал все уроки. Он спросил, зачем. Я сказал, чтобы получить много хороших оценок. Он сказал, что меня вчера исключили из школы, и мне туда нельзя идти, иначе меня убьют. Я сказал, что и домой мне нельзя идти, потому что меня убьют. Он сбросил трубку. Я решил позвонить Матвею. Алло, Матвей, меня выгнали со школы, что делать? Ну, тут тебе уже ничего не поможет. Текай села. Пока. Пока. Вот черт! И куда же я теперь? Представил, как рассказываю маме, что меня выгнали из школы. И потом, как меня выгоняют из дома. И я стал... Так, стоп! Хватит этих драм. Я просто устроюсь в другую школу, и никто не заметит. Тут на телефон мне позвонила мама. Она спросила, почему я снова не в школе. Я спросил, как она узнала. Она сказала, что видит меня из окна. Я решил признаться ей во всем и сказать, что меня исключили. Я зашел домой. Мама сказала, что когда придет отец, мне кранты. Я сказал, чтобы забыли меня и ушел из дома. Ибо я уже очень боялся папу. Я пошел в магазин, купил дошик и начал учиться уличным. Жизни. Тут на телефоне позвонил классный руководитель. Она спросила, куда я пропал, ибо в школе меня уже нет 2 дня. Так меня же исключили. Так, стоп. Я вам перезвоню. Чувак, я знаю, где ты живешь. Лучше беги. Короче говоря, меня выгнали из школы. Всем привет, дорогие друзья! А в этом ролике принимал участие Матвей с канала Корпорация XXX. Прошу перейти на его канал по ссылке в описании. Давайте сделаем пацану приятное и подпишемся на его канал. И, кстати, у него вышло видео со мной, поэтому переходите и смотрите. А я жду твой лайк и подписку на канал. Пока!